Праздник принесения честных мощей святителя Иоанна Златоуста из Каман в Константинополь отметила в минувшие выходные дни Русская Церковь. Это день особый для возрожденной церкви Уральской столицы. Одной из архитектурных доминант Екатеринбурга является храм-колокольня Большой Златоуст. Эта церковь была восстановлена по историческим документам XIX века, а с воссозданием храма закипела приходская жизнь. Надежда Калинина расскажет подробнее. Перенесение честных мощей Иоанна Златоуста в Константинополь совершилось в 438 году, через 30 лет после смерти святителя. Тогда, в день принесения святыни, жители Константинополя не отходили от раки с мощами. Святитель Иоанн Златоуст пользовался горячей любовью и глубоким уважением народа и в V веке нашей эры, и сейчас. Память Иоанна Златоуста, которого мы так любим, который нам во всем помогает. И, конечно, мы очень рады этому событию сегодня. 7 лет назад эта церковь распахнула свои двери для прихожан, но масштабные отделочные работы здесь еще продолжаются. Сейчас часть церкви еще пока находится в строительных лесах. На высоте работают художники, которые занимаются росписью храма. Поддержать это благое дело могут все желающие. Роспись храма – это своего рода проповедь Евангелия. Приходя в храм Большой Златоуст, мы видим лики Господа Иисуса Христа, Богородицы, угодников Божьих. О них в своих трудах рассказывал и святой Иоанн Златоуст. Он говорил замечательные проповеди. И подобно Иоанну Златоусту, наш храм Большой Златоуст, который венчает 16-тонный колокол, благовествует, и его звон слышно во многих уголках города. Проповедью могут стать и добрые дела. После божественной литургии всем собравшимся предлагали чай с пирогами. Не просто раздает угощение, но и трудится завучем воскресной школы, прихожанка храма Василиса. У нас в этом году, на самом деле, очень много интересных мероприятий. Этот год посвящен победе в Великой Отечественной войне, этому событию. И поэтому мы ходим по музеям, мы проводим мероприятия, приглашаем к себе в гости ветеранов и детей войны. Также дети из воскресной школы и взрослые ездят в паломнические поездки. А в следующее воскресенье ребята будут поздравлять прихожан с праздником Сретения Господня, читать стихи и дарить открытки, сделанные своими руками.